Легенды о великих воинах, рыцарях и колдунах, и загадочных монахах, которые могут проделывать удивительные вещи. В этих мифических существах была олицетворена сущность добра и зла. Они могли летать. И сила, которой они могли победить целые армии. Эти сказания часто рассказывались еще 100 лет назад. А затем была рождена новая легенда.